встречи, а внизу огромное множество людей, ждущих открытия. Такого этого художника не было еще никогда. Первое впечатление всех входящих в зал – шок от неожиданности. Сразу здесь ничего не понятно. Здесь белое на белом, рельеф огромных квадратов. И здесь на белом – аквариум с рыбками. Здесь бойцы и старшина, белые колонны, памятники. И название горячих точек планеты. Так, о защитке как отечества еще не говорил никто. Я остановился, успокоился, но Тарчилова меня не отпускала. Еще практически 25 лет в этой туристе было, я носил себя. Освободительная была выставка за руки цветные сны. Мы участники, участники автопробега, искренне приветствуем вас на вашей, на нашей сибирской земле, в городе Нижнеудинска. Желаю вам всего добра, счастья и благополучия. Дорогие друзья, в этом году исполнилось 20 лет со дня образования Всероссийской общественной организации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и войск России. И в честь этой даты мы посвятили автопробег памяти погибших сотрудников органов внутренних дел, да и вообще всех погибших и в Великой Отечественной войне с целью показать, что мы, сотрудники органов внутренних дел, что население увидело в этот переломный, трудный момент, когда идет реформирование органов внутренних дел. Мы теперь уже не милиция, не полиция. Много упреков на шаблоне и продолжается. К сожалению, ну, мы не будем отрицать, бывают и факты, или бывали факты, будем так говорить. Поэтому мы сегодня, идя в автопробег, и обращаемся к вам, личный состав органов внутренних дел, полиция. Существует, что такое гражданская ассамблея, это по прототипу общественного палата России, представляете, да? Там будет палата национальности, религии, образования, медицины. И вот наша палата ветеранов, куда входят все крупнейшие. Член общественного совета Главного управления Министерства внутренних дел по Красноярскому краю, тоже также является членом общественной палаты ветеранов гражданской ассамблеи Красноярского края. Ну вот его проект к памяти, мы редко сотрудники, такое остается нам минутка посмотреть, а выставку вести, она слишком тяжелая и громоздкая, поэтому как-то вместили выставку, вот художественное произведение, это широта, доброта, все отражено. И отношения его мировоззрение как художника, солдата правопорядка и защиты Отечества. Далее, здесь присутствует член нашего экипажа автопробега, лауреат международных фестивалей, российских фестивалей, автор-исполнитель солдатской песни, и не только солдатской, много знаешь, что хорошего. Зинов Ильич, выйди, пожалуйста. Вот он. Так, где ты? Так, у нас присутствовали, я говорил, военно-морской флот еще, представители ветеранские организации, которые с нами работают и как бы уважают работу сотрудников органов внутренних дел. И моряков много, мы в одном из залов подняли, вот просто сидели в Тулуне и так просто на Зинов спросил, ну а кто? А нет, ну, заинтересован. Вот таким образом. Я представил, Якименко Василий, подойдите сюда. Ветеран Афганистана, председатель приличного районного организации Артекского района города Красноярска. Еще раз подчеркиваю, и почему такая команда, подчеркиваю, уважение этих людей к людям в погонах наших полицейских, теперь ранее милицейских. Поэтому нам проще сейчас и День ВДВ отпечатать, и День пограничников, и День военно-морского флота. Мы все вместе, и вместе с правоохранительными органами решаем эти вопросы. А вы знаете, что это такое? Да? Но в Зелени, как у нас десантура, так вы понимаете, вот ни одного нарушения, ничего не было. Мы когда шли по день ВДВ, да? С таким отношением, с уважением. А это значит с уважением нашей полиции. И не только говорить плохо, а только хорошо. Я вроде бы всех представляю. А сам не представился. Машанский Алексей Васильевич, полковник милиции в отставке, а вы называл уже. А теперь
Георгий Васильевич, наверное, представим нашему человеку, который, как сказать, ну, наверное, от души проехал целый день, 10 дней с нами прошел, а у него, конечно, как, он сегодня артист, и, наверное, этим зарабатывает деньги. А он сегодня, вот так сказать, ну, это как Катерина, мы говорили, вот поехал с нами, выразить вам искреннюю благодарность за ваш труд от всех нас, и вот он сейчас выразит вам искусством поэта, композитора и певца. Пожалуйста, Игорь Иванович. Спасибо. Все на свете мне расскажет и покажет, и про климат, и про то, что есть в продаже, и какой мне подобрать пансионат. А я знаю эту землю на вкус и название городов и вершин. Не за этот ли я прятался куст под знакомый свист простреленных шин? И не эта ли высотка далась нам такою дорогою ценой? А потом, когда стрельба улеглась, спал и видел я во сне, как в кино, как лечу я на красивом самолете и припав к иллюминатору в полете, по пути припоминая список роты над местами, где теряли мы ребят. И шепну я над Бамутом, пролетая: у тебя, Серега, сын родился в мае. Стюардесса, ничего не понимая, что-то спрашивает в третий раз подряд. Я б сказал ей, как горит БТР, когда град гремит в ночи, как гроза. Я б сказал ей, как с опущенных сфер в землю падает мужская слеза. Но я память оборву, как струну, и Наташке, как сестре, улыбнусь, и скажу ей только фразу одну: а я знаю эту землю на вкус, а я знаю эту землю на вкус. Ночь уже примерила звездное колье. За спиной в комнате запрокинула голову спит моя любимая в розовом белье. А я за эти кружева брал кварталы Грозного, обжигал мне легкие дым пороховой. И ночами снилось мне в свете дня морозного душу вел расстреливать совести конвой. А мое солдатское самолюбие тешилось верой в то, что письма все рвутся в Ханкале. А потом в контузии все приду мерещилось в облачении верности в розовом белье. К Сребреннику зрелых я мечту вынашивал, как тебя красивую буду одевать. Я дышал усталостью, я тебя не спрашивал, чье трико ты бросила, сколько под кровать. Усталость пела мне, ну какая разница, что за сердце чувственно, что ты говоришь, что белье постель.
потом дразнится, и ножи наточены, и ковер прибит. Я курю у форточки, плечи лежат холодно, ночь уже примерила звездное колье. За спиной в комнате запрокинула голову спит чужая женщина. Спасибо руководству Главного управления. У вас, наверное, музейная комната есть какая-то? Ну, или, по крайней мере, где-то вы встречаетесь. Здесь написано Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Красноярск. Это память. Сегодня присутствовать на вашем вечере, послушать песни патриотические. Большое спасибо вам. Спасибо.